Ты что делаешь? Ого! Ты подожди, стоп, подожди, ты что удумал? Подожди, да не вижу ни хера за тобой. Ты посмотри, как ты ходишь-то, подожди, как ты ходишь? Ребяточки, всем привет, добро пожаловать на мой канал Тилькаплей, я Наташа, мы с вами продолжаем играть в The Evil Within. Я надеюсь, что она близка к концу, но вроде бы как близка, у нас 14 глава, глав вроде бы как 15, я показываю 5, поэтому получается, что это предпоследняя глава. Кто знает, может быть, за сегодня мы пройдем их две, посмотрим. Но начинается все как всегда. Бедная, избитая титька в роли Себастьяна Кастаналоса. Джозеф, ты не должен умереть. Кидман, коза сраная, подстрелила нашего братана. Прикинь, вот как говорится, все беды из-за баб. А так как мы баба, то у нас будут постоянные беды, понимаешь? Блин, я думала, патроны лежат. Мне уже везде мерещатся патроны. Реально, я прям такая, патроны. А что, прохода нет? А что, только один эскалатор, что ли, работает? Ну, ё-моё, могли бы позаботиться, как бы, о местонахождении. О, это метро. Все, ребят, поехали куда-нибудь. Что это? Green Line. А green это какой цвет? Green. Зеленый. Зеленая линия, зеленая ветка, да? Green. По-моему, зеленый. Ой. Что-то не то нажала, не туда. Пальчики-то свои шаловливые, не туда присунула. Возьмем огнетушитель, чтобы бить по морде, если что. Вот это я хорошо, камер хранения заметил. Смотри-ка, давайте возьмем себе сразу пулечки две зарядим, на всякий случай. Может быть, на нас какая-нибудь херня вылезет. Главное, их случайно не просрать. Потому что если просрешь, будет обидно. Блин, ну в метро, конечно, это очень новосферно. Мне всегда нравится делать что-либо в метро. Так, тут кто-то наблевал. В туалете кто-то сделал выблеваш не очень... Не надо, бляха, не иди нахер отсюда. И стой, я тебя разрежу. Оп, хорош. А вот что будет, если я не успею? Меня, наверное, разнесет в две стороны, знаешь, так, бабах, и все. Был Себастьян и нет Себастьян. Аптечка, слушай. Ну, очевидно, нас готовят сейчас к какой-то финальной битве. Вот это просто гадалки не ходи. Фрагмент 26. Но я не все собрала, конечно же. Гранатки, не, ну с двумя патронами, конечно, я не навоюю. Ну, а хотя бы на этом спасибо. А теперь-то он-то решил такой нежный открыть. Смотри, какой, а. Ладно, я иду. Это было неплохо. Ничего. Контрольная точка. Может быть, не надо? Давайте без контрольных точек. Потому что, как бы, точка это классно, но одновременно и не очень. Я пойду сюда еще схожу, посмотрю, что тут есть. А, понятно, я понял. Тогда я пойду к нашей медсестричке. Медсестричка, я иду к тебе. Во-первых, тут на туалете кто-то дневник забыл. Надо почитать. Письмо Майры. Мой милый Себастьян. Это наша жена, если что, если кто-то забыл. Если ты получил это письмо, то бы и случилось худшее. Это означает, что я подобралась слишком близко к разгадке. Это означает, что, возможно, мы больше никогда не увидимся. Извини, что не была с тобой откровенна, но я хотела тебя защитить. Либо от правды, либо от моего безумия. Здесь копии моих документов. Надеюсь, они никогда не попадут к тебе в руки. Но если все-таки ты их получишь, тогда ты должен закончить то, что я начала. Пожалуйста, добейся правосудия ради Лили и ради меня. Люблю тебя всем сердцем. Майра. Ох, Майра, за что ты так? Ну, я, конечно, понимаю, что у них горе, у них умер ребенок, сгорел в пожаре, и как неприкаянные родители не хотели докопаться до сути. Вы не хотите воспользоваться зеленым гелем? Да как бы, наверное, нет, дорогая, у меня его не так уж об много, прям, знаешь. Это у тебя его много, жидкого геля, а у меня-то нет. Но ты видишь, ты что вперед, батик-то идешь? Я хочу посмотреть, что у нас по фрагментам. Где-то они были, по-моему... А что, мне нет ключа, что ли? О, нифига себе, сколько можно было ключей найти. А я такой лох, кажется. Дай посмотрю, где фрагменты, вот. Да, карту мы явно с тобой не собрали и не заберем уже. Мы столько много, получается, фрагментов с тобой упустили, что просто мама не горюй. Ну, а кто знал, что надо еще какие-то фрагменты собирать? Я просто бегала, наслаждалась жизнью. А потом моя жизнь превратилась в ад, и там как бы не дает... О, пропал кто-то опять. Пропал Айвен Диас, журналист-фрилансер, не вернулся с расследования. Его фотоаппарат и блокнот найдены в деревне Эрлк Ривер. Блин, еще окажется, что это все взаимосвязано. А, здравствуйте, девушка. Я сохранюсь у вас в скрытых мотивах? Сейчас мы, наверное, узнаем, у кого там были какие скрытые мотивы. Но это явно не к добру. Все, мы все сделали здесь, что хотели. Пошли отсюда. Давай, выходим, Себастьян. На выход! Посидели, попердели и хватит. Теперь идем работать и страдать. Все, впрочем, ничего нового. Может быть, попытаться их как-то оббежать всех?
Типа, знаешь, до контрольной точки дойти и нахер всех сказать отвали. Здесь я вот кого-то слышу. Выключу свет. Ага. Блин, ну там наверняка что-то есть интересненькое. Подожди. А, это ты тут кидатель такой, он латель, да? Может быть, его убить? Блин, подожди, ну я вот, вот я чувствую, что там что-то такое есть. Что нам с тобой пригодится. А, нет, там говно. Судя по всему... Не, я не буду тогда тратить. Не-не-не, все, пошли тогда. Тогда пошли. Там типа только вот эти вот штуки, они сейчас повзрываются и нахрен меня разнесу. Зачем мне это надо? Не, не буду. В жопу. Мы с тобой научены горем, что лучше не надо. Вот этот 100% жмурик притворяется. Он такой типа лежит в бутылках, думает, что я подумаю, что он пьяница, который просто на... Бляха, ёб твою мать, только не ты, ё-моё. Можно без этого, Чингачгук, плиз? Блин, только не иди сюда, я тебя прошу. Блин, вот это явно притворюшка, хрюшка. Я вижу, что ты там лежишь. Ты ж притворяешься. Ты ушел? А, блядь. Твою мать. Блин, чувак, я не хочу на тебя тратить патроны. Не хочу тратить патроны. Да не трогай меня, ты, я сказала, отстань, а. Ты, гнойный петух, я так и знала, что он это, живое говно. Молодой человек, а что ходим? Там кого-то прибили гвоздями, зачем? Что, делать, что ли, нехрен? Фига ты крутой у мамки мальчик, конечно. Я индейец, я бау-бау. Не иди сюда. Пошел отсюда, нахрен, в жопу скройся. Иди в обратное направление. Безликое говно. Сейчас я знаю, что я тебе сделаю. Я тебе сделаю... Хар, бляха, я б твою мать сделала, молодец. Он, значит, слышит. На, гори, сучка. Вот так вот тебе. Да уйди, уйди, отстань. Да не трогай меня. Получишь сейчас по своей голове, тупой. Все, оно кончилось, я его убила. Хорош. Мы научились доминировать эту маленькую сучку. Спокойно. Ты откуда нахер вылезла, мужчина? Ты что, со стены слез? Ты что, дурачок, что ли? Ты на кого полез? Слышь? Слез он. Да не раб... Не, я тебе сейчас сработаю по голове. Разоружаем эту штучку. Оп. Опасно было. Я был на грани фола. Давайте новые болты. В смысле не хватает? Еще как дам тебе по голове? Ты чё? Ладно, а кто мне откроет дверь? Я должен открыть дверь? А если меня сейчас кто-то схватит за жопку? Ой, как не нравится мне уже в этом метро. Чем глубже, тем хуже. Во, вот так хотел сказать. Еще какие-то картинки такие странные. The Peak, поросеночек, класс. А чё так темно? А, у меня же есть фонарь, точно. Я и забыла, что у нас есть фонарь. Можно в зеркало посмотреть, есть ли там кто. Но я никого не вижу. Есть только какого-то тиктокера, который танцует. Фига я силач, бородач у мамы, да? Опа. А, братаны там ходят. Не, ну они вроде бы не буйные, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, они могут достать мне хлопот и неудобств. Но давайте попробуем здесь, типа, работать по методу а-ля повезет. Снайперка есть, это хорошо. Блин, а их тут до хрена, судя по всему. Вот этот притворюшкин лежит, хрюшкин. Вон там пацаны два. Вон там брат. А, подожди, а куда мне надо идти? Блин, ну мне очевидно, здесь надо их, короче, жахануть всех. Давайте будем пытаться с вами работать, а что делать? Поехали. Садись. Никто не услышал?
Здесь нет никого. Уходи. Здесь никого нет. Нету никого. Никого здесь нет. Пацаны, уходим. Уходим, спокойно. Булочки раздаются в другой стороне. А на другом, противоположном конце этого поезда раздают вкусные ссаные булочки. Как раз для обоссанных парней. Ты погляди, прибежали сюда, а? Жопшники. Не-не-не, я их сейчас потихонечку по стелсу пробью, и все у нас будет зашибись. Мы ошибок с тобой не делаем, мы с тобой вообще четкие поцки и пацки. Вот и все. Значит, вот тут вот у нас петух сидит, да? Так, минус петушок, вот сюда залазим, все, мы в домике. Я моя и лошадь не моя, все, здесь никого нету. Главное, чтобы они сюда не зашли, потому что если они сейчас зайдут сюда, то мне придется экстренно ретироваться отсюда. Но надеюсь, что он зайдет, но как бы меня не увидит, у меня здесь укрытие от бога просто, за стульчиком. Понимаешь? Он же не Дед Мороз, чтобы меня видеть за стульчиком, правильно? Тем более у него нет глаз, у него там, видишь, капюшон, ему темно, не видно, он ничего не видит. Так просто. Ну смотри, двоих убили, сколько еще осталось по факту, я не знаю, но это были, наверное, самые сложные пацаны. Я не знаю, сколько нужно нашему вот этому брату-акробату. Ты ёб твою мать, ты чё, дебил? Ты куда стреляешь? Ты куда стрелял, алёля? Отстань. Отстань, всё. Да, манала я в жопу всё это. О-о-о. Всё, приехали. Ё-моё, молодой человек, нах пошел. Так, следующий. Иди нахер. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Она сюда не зайдет, она сюда не зайдет, не зайдет, не зайдет. Себе голову сломает и пропердит ее. На нахер. Спокойно, пацаны. Спокойно. Да не стреляй, по голове сейчас получишь. Не надо по мне стрелять, слышь. Подожди, стой, 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 подожди, подожди, сейчас, 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 сейчас все будет, подожди, сейчас все. Да не стреляй по мне, ты, козел! Не иди за мной! Перезаряжай свою сраную головку, а! Не беги! Гуля! На тебе, скотина, расстреляла вас всех, говнаки, а! Ты посмотри, что они удумали! Давай! Кали себя. Вот так. Хорошо. Вот это у меня приход. Ё-моё. Мама, я сегодня домой не приду. Можешь меня не ждать. Е-ма. Ну, вот это вот у меня весело. Собирай баночку. Хорош. Все, приходи в чувство. Алло. Не надо вот это самое. У меня тут и так галюники идут по полной. Блин, надо было осторожно играть. Но осторожность это не про меня. Забираем вот эту штучку. Вот это что такое? Удерживать. Для чего? И что? Я бы их свалил, да, по факту? Ладно. А, мне надо, видимо, идти через дальше вот эту вот фигню туда, к пацанам. У меня хпшечка теперь полная, теперь мне вообще пох на все и вся. Вот то, что я просрала, конечно, патроны от снайперки знатно, вот это, конечно, фиаско, я хочу тебе сказать. Но кто знал, что так будет? А вы не хотите отвернуться, молодой человек? Не хотите ли пойти нахер? А то ты как-то что-то здесь стоишь, мне что-то как-то не нравится. Слышь, ты жирный. Ты что делаешь? Ого! Ты подавай! Стоп! Подожди, ты что удумал? Подожди, да не вижу ни хера за тобой. Ты посмотри, как ты ходишь-то, подожди. Как ты ходишь? Ты что? Ты как ходишь? Ни хера себе, Василий! Откуда он вообще выбежал? Блин, он такой большой, и мы его не заметили, да прикинь. Молодец, пацан, далеко пойдет. Так, берем вот эту штучку и делаем вот так. Вот так хорошо. Все, минус головка. Да ты что, дурачок, что ли? Зачем ты в нее наступил и хотел ее разоружить? Глупый.
Мужчинка. Вот тебе и вся моя хпшка. Ушла в жопу куда-то. На... Вряд ли дальше будет лучше. Я уже слышу, что там кто-то в этом есть, помещеннице. О. Здесь какой-то любитель устроить фаер-шоу, я так понимаю, да? А он, наверное, с какой-то другой стороны, да? А, вот он. Угу. Вот он. А давайте сделаем вот так, подожди. Ай-яй-яй! Где моя хпшка? Где же твою мать? Все, можно было не хилиться на самом деле с таким-то этим самым, что у меня получилось. Ты посмотри снова на мое количество хп. Было полное. За один удар как просрать все? Это я. И сейчас будет босс. Сейчас будет какая-нибудь херня, я тебе отвечаю. И я такая, типа, привет. О, где-то здесь должен быть путь наверх. О, я помню эту штучку. Значит, мы почти пришли. А как мне пройти? Подожди, а куда идти? Да иди ты нахер, пожалуйста, отстань. Ты видишь, у меня жизни нет. Дядя. А можно где-нибудь какой-нибудь шприц там жалкий, захудалый? Чё, жалко, что ли? Сами-то в хорошем состоянии бегаете, а я как этот... Во! Во! Теперь честно. Теперь все очень даже честно, теперь у меня все есть. Теперь я как... Ой, это что это за говно такое? Это что это такое? Фу! Это какая-то жижка. Какая гадость. А зачем это? Что это за пеленка? Ой-ой-ой. Чем глубже, тем хуже. Вот реально. Вот мы куда-то спускаемся. А обратного пути нет, я понял. О! Знакомые лица. Привет, брат. Я бы к тебе сходила, но не хочу. Отстань. Не буду. Так, ну ты ползающая гнида. В смысле, ты стоячая гнида? Давай это самое, ты пойдешь нахер. И ты пойдешь нахер. Да дай пройду. Я просто пойду, да. Что это ты на меня нахаркал? Зачем? Ты еще дурачок, что ли? Зачем ты на меня нахаркал? Ребята, он на меня нахаркал. Ой-ой-ой. Ты же мертво, надеюсь? А что это такое? Дерни за рычаг и жопа произведет. А, я понял. Ой, да я не буду с ним ничего делать. Пусть он там это развлекается как хочет. Дерни за рычаг. Блин, чувак, ну отстань от меня. Отстань и умри. Да умришь ты, а! А это как убрать? А, вот так. Тьфу. Господи, здесь все зарастает. Такие звуки страшные, кошмар. Крыса бежит. Не бежит. Ладно, я пойду сохраниться. Потому что, как говорится, сохранись и живи. Дневник Себастьяна Кастаналоса, 20 декабря 2012 год. С тех пор, как я получил пакет от Майера, никаких вестей. Боюсь, придется нести и эти улики начальству. То, о чем говорит Майер, ужасно. И, возможно, следующее ведет наверх в те круги, до которых мне не дотянуться. Но собранных ей доказательств достаточно. Теперь убежден, что смерть Лили не случайность. Понятно? В конце концов, она признала, что Майра исчезла, но отказываются подключить меня к расследованию. Говорят, из-за того, что я родственник. Но мне кажется, что они считают меня подозреваемым. Расследование зашло в тупик. Ради своей семьи я продолжу его в одиночку. Вот так вот, типа, жена пропала, якобы. Но мне кажется, с ней реально могли что-то сделать, если она докопалась до какой-то сути, а как обычно бывает. Раз докопался, то вали нахер. И вот мы снова здесь.
Да хватит мне это показывать, я видела это 100 раз. Можно я пойду? Алло. Спасибо. Дверь открой. Чё пищит у тебя? Женщина, у тебя пищит, ты что не слышишь? Что, кто там пропал? Ты пропала? А зачем ты пропала? Вы что-то забыли? Татьяна, ты знаешь, что ты пропала? Разыскивается. Пропала Татьяна Гутьерес, медсестра из психиатрической больницы «Маяк». Исчезла во время ночной смены, никаких свидетельств того, что она вышла из здания. Так, женщина, а ты что от меня скрываешь? Пойдемте попробуем себе что-нибудь улучшить, потому что, мне кажется, 16 тысяч нам на что-нибудь дохватит. Не знаю, правда, что улучшать. Но что-нибудь да улучшим. Наверное, запас давайте сделаем. Для чего? Для, наверное... Да с другой стороны, не так уж и надо. Ну, на всякий случай, давай. А чё, я типа ещё... А, давайте улучшим болты агонии. Разрывной... Блин, да ладно. А, всё. Раньше надо было. Мне хватило на одно улучшение, и я так гнусно его просрала. Ну, как говорится, раз ты дурак, то живи с этим. Скрытые мотивы, тара-ти-ца-ца-ца-ца. Скрытая девушка, моя война. Все, выходим отсюда, пойдем. На выход вперед из песни, мальчики и девочки. Поем. Давай возьмем себе каску. Мне кажется, она очень уютненько так будет дополнять весь этот атрибут вот этого вечера. Ну, смотри, там жижка, оказывается, все это время была. Ну, кто знал, кто знал. А как мне попасть к тому братану? А, Гюльчатай, раскрой дырочку. А как мне ее раскрыть? Подожди. Оно не открывает мне. Ну, открой дырочку. Я не тебя хотела. Ну, ты-то мне нахера? Ой, чувак, иди в очко, я не хочу. До свидания. Свет включи, нихера ж не видно. Это что, крысы бегут? Это что за такое говно? Что это было? А зачем оно? Фу! Там какая-то штучка зачем-то засосала эту херню. Может быть, она мне помогает? Может быть, это моя подружка? По-моему, ко мне кто-то идет. Но я, конечно, не уверена, но это не моя проблема. Не, не идет никто. Они все испугались. Они поняли, что ко мне лучше не лезть, потому что я парень сия. Бляха, зачем-то я задела, я не заметила. А можно со с этой стороны? Ты что, дурак, что ли? Не-не-не, я не уйду отсюда. Ай, да меня-то не бей! А что, они до бесконечности будут сюда приходить, да? Ну пусть приходят, мне-то что, я в безопасности. Да иди, да... А что меня-то трахает, я не пойму. Меня дотрахало. Надо смотреть, куда идешь. А вот не смотреть, куда идешь, грех. Видишь, к чему это привело? К жопе. А я что-то на радостях такая, типа, о, прикольненько, там это, статуечка, сейчас я в нее выстрелила, ага. Выстрелила в статуечку, получила по писюлечку. А, да блин, она едва заметна, эта растяжка, ты посмотри. Посмотри на эту растяжку. Как я должна была ее заметить? Вы меня, конечно, извините. Больше нету никаких тут растяжек. А, вот вы откуда полезли, гниды. Ладно, я потихонькой буду идти. Ух, опасно было. Они, наверное, из дырок повылазили, вот этих вот, такие лизуны, да? Это что? Еще еб, твою мать. Так, пацаны, только не давайте и без вот этого вот вашего. Подожди, а мне, наверное, нужно как-то попасть к моим пацанам? Через вот этих пацанов. Да, вот сюда. Только не падай, не падай. Я тебя подожгу. Гори. Ибо нехер притворяться, что ты не живое. Я знаю, что ты потом встанешь и пойдешь. Скотина такая. Все знают.
Главное, чтобы не сработала сигнализация. Ну что? О, да. Куда, Себастьян, придурок? Больно было, но ладно, нормально. Я парень взрывоустойчивый, так что... У меня есть ключ. Но вряд ли он мне как-то пригодится в этой жизни. Уже в этой жизни не пригодится. Это ж сколько я ключей просрала, если там так много ячеек? Никто не встал? Не нарожался? Не, пацаны, вставать запрещено. Висите там, как висели. Я с вами дружить не хочу. Тут кто-то кушает, я слышу. Что-то сейчас будет. Какой-то замес. Вот чувствует моя жопа. Но не может быть все так хорошо, как мне кажется. Что-то сейчас произойдет. Ладно, хватит бегать на карачках. Я парень у мамы взрослый, вроде бы как. Предохранитель. Высоковольтный предохранитель из распределительного щита целый можно использовать снова. Хорошо. Меня научили, что я могу втыкать эту штучку и доминировать всяких гадов. Сколько сейчас все будет плохо? По шкале от 1 до 10. Мне надо спустить водичку, да? Пока что ничего не предвещает беды. Но думаю, что все впереди. Не сцы. Ладно, пока все хорошо. Не хочу лезть в эту воду, но, видимо, придется. Фи-фи-фи. Представляешь, как там воняет вот этим вот всем, вот этими какими-то опухлостями и прелестями. А да, это моя банка. Найди себе свою банку. О, я пошел наверх. Все выше и выше. Вот здесь мне как-то больше нравится или нет. А что ты делаешь, зай? А что ты делаешь? Ты кушаешь? Ну зачем ты? Ну. Ну ладно, приятно познакомиться. Спасибо, октопус! Ладно, покушал и ладно. Ну а чё? Мне не жалко. Главное, что оно поело. Я думала, уже патроны надо тратить. Хорошо, что не выстрелила. А то бы сейчас бы и патроны просто так бы всрала. Видишь, какая молодец. Может быть, похилиться? Давайте похилимся. Лучше быть захиленным, чем недохиленным. Лучше вот так, чем никак. Ой, я сейчас попаду кому-то в этот, да? Его интересное местечко, я так понимаю, да? Суть по всему. Спичечки возьму. Ну чё, вперед из песни, ребят. Навстречу приключениям. Это, наверное, эта хрень понаделал. Вот этот с щупалами. Хрень. О, ну раскрывай мне. Что ты? Фу. Фу. Очень мягкая. Я бы хотела ее бы это самое. Так, так, так. Так, так, так. Дай подумать мне, пожалуйста. Здесь пацаны ходят. Не притворяйся, что ты... Он улетел, но обещал вернуться. Он маленький Карлсон, ребят. А чё они все стонают? Пацаны, хорош стонать. Эта штука их здесь, да, рожает? Зачем она их тут рожает? Блин, мне бы их на самом деле бы по стелсу бы жахнуть и все. Ну зачем ты повернулся? Фу-фу-фу. Что это за говно? Ай-яй-яй. Да перезаряжайся быстрее, Себастьян. Кошмар. Да умришь ты, а? Умри. На тебе до кучи, жгись. Вот это... Да. Какая-то у него щупала вылезла, ты видал какая-то? Я не помню, встречали мы таких или нет, но будем считать, что не встречали. Мне нужно где-то, видимо, выткнуть предохранитель какой-то. И тогда произойдет какая-то магия. Так, здесь что у нас есть? Что?
ничего нету, да? Видимо, там надо спускать водичку. Вот этот парень 100% живой, я прям по нему вижу. Давайте его сразу подожжем. Ибо нех притворюшкой быть, хрюшкой. Я притворюшек, хрюшек не люблю. Потому что притворюшки ведут себя как хрюшки. Нельзя такими быть конченными. А, перезаряжу себе сразу дробовик. Мне здесь с ним как-то, знаете, вот поспокойней, что ли. Вытыкаем. О. И что? Ну иди в... Ты зачем сюда пришел? Тебя кто-то просил сюда заходить или что-нибудь? А? Кто тебя просил сюда заходить? Да отстань от меня. Иди нахер, в жопу пошел. Господи, пацаны. Отстань. Да иди, ну отвали от меня, отстань. Иди нахер. Сосаться будешь со своей девушкой. Да иди ты, сокровосися. Отсосися. Нате, суки. Да ты... Ничего, сейчас разнесем их. Говнюков тех. Ничего, ничего. Сейчас я покажу, как надо. Гори, какашка, полетела. Ишь, какой тут... Нашелся мне тут притворюшкин. Поджигай его, ты че? Давай, гори. Козел. Вот и все. Говна вопрос. Как два пальца об асфальт обосрать. Так, ну че? Теперь вытыкаем эту херню. Нам показывают, что сейчас пацаны повылазят из вот этих вот щелей материнских непонятных. Сейчас будут вот этот, рожаться здесь вот это вот пульпита этого непонятного. Давай, нормально работаем. Берем, значит, дробовик с 8 патронами. И готовимся встречать гостей из всех властей. Привет, гость. Пошел в жопу, не разевай на мать рот. Понятно? На маму нельзя ротик раздевать. Ишь какой, шальной. Так, дальше кто? А ну пошел нахер. А ну соси бебру. Гори, сучка. Дальше где? Алло, я вас жду. Молодой человек, идите сюда. У меня как раз для вас 4 страстных секси патрона. А где голожопый-то один? Тут был где-то. Слышь ты, чмошник, я тебя слышу. Ты кому тут это... Сказки загоняет, что ты мертво. А? Мне? Матери куролисков? Так, надеюсь, больше ко мне никто не пристанет, извращенцы вонючие. Любят они пососать, конечно. На красной бы какой-нибудь улице фонареем бы было бы самое место. Сосать и не присосать всех. Знаешь, просто взял, подсунул, они тебя соснули. Дайте в жопу нахер, иди в очко. Достали, идите. Так, иди пошел нахер отсюда. Так, куда? Вниз пошли. Давай, готовим, значит, какую-нибудь жопу здесь. Вот все, контрольная точка у меня. Понятно, пацаны? Идите нахер. У меня тут контроль... А, они закрылись. Подожди, это что это за... Что это? Что ты? Кто? Ушло нахер отсюда. Фу, ты видал? Ты видел? Это что за чужой такой? Сидел он там на меня, дышал из дырок. Слушай, а вы, говорят, конченый молодой человек. Нифига себе, сколько мне жишки дают под конец. А нахера так много-то? Что мне с ней делать-то, с этой жишкой? Блин, мне теперь нужно посматривать наверх, желательно. А то меня тоже этот осьминог соснет немножко. Не хотелось бы, не хотелось бы. Блин, да опять жишка дают, а? Блин, все вот это вот пульсирует, оно меня отвлекает. Что за лаборатория какая-то непонятная еще? Так, перезаряжайся, мой сладкий пупсик. Отстань. Все, я пошел. Подожди. Нет, я не пошел. Вернись назад. Вернись назад, потому что... А, там за мной заросло. Вот эту штуку я забираю. Вот эту штуку я забираю, вот эту забираю. И иду к нашей медсестричке на хил. У нее тут что-нибудь есть интересненькое? Нету? Блин, а как же журнал, дневник? О, фрагмент зато есть, видал? Еще один фрагмент нашли внезапно. Ну, пойдемте к ней, сохранимся и на сегодня закончим. Потому что я думаю, что дальше будет какая-то очередная жопа.
Потому что нас явно готовят к босикам. Потому что как бы последние финальные какие-то штрихи здесь остались в этой игре. Мы сейчас, очевидно, будем страдать. Так много патронов не просто так дают. У девки нашей вроде бы ничего нет. Сколько у меня жишки-то? Ну, 7-100, блин, да ни к селу, ни к городу на самом деле, поэтому я просто сохранюсь. И на этом мы с вами закончим. Пиши, как тебе эта серия в комментарии, как тебе кровосиси сосущие и вот это вот непонятное нечто, которое над нами висело. Я думаю, что оно теперь с нами надолго. Не забывай подписаться на мой канал, поддержи меня лайком, и мы с тобой уже очень скоро увидимся. Пока.